28 ноября православные христиане вступили в последний многодневный пост в этом году. Продолжится он до 7 января и будет длиться 40 дней, поэтому именуется в церковном уставе Четырехдесятницей, так же, как и Великий пост. Этот пост необходим для того, чтобы православные христиане до Дня Рождества Христова очистили себя покаянием и молитвой, чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли встретить явление в мир Сына Божия. Правильная духовная жизнь, основанная на молитвах и таинствах покаяния и причащения – вот главная цель воздержания. История рождественского поста относится к древним временам христианства. Уже с 4 века святой Амвросий, Медиоделанский Филастрий, блаженный Августин упоминает в своих творениях рождественский пост. Вот так православные христиане начали период, когда они могут очистить свою душу молитвами, чтобы с обновленным сердцем и телом 7 января отметить светлый праздник Рождества Христова. Татьяна Карпенко, Анатолий Лукьянчук, Бессарабия ТВ.